ОРВИ отступает, а коронавирус наступает. В Роспотребнадзоре озвучили свежую статистику заболеваемости в Кировской области. Об этом и не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давичи». Меня зовут Надежда Шабалина. Здравствуйте. Дождь со снегом и температурные качели усугубили обстановку на тротуарах. Некоторые кировчане обратились к врачам после прогулки по городу. А как проблему с гололедом решают в администрации? 78 бесправников и 27 пьяных водителей задержали на дорогах Кировской области. В ГИБДД подвели итоги уходящей недели и напомнили о сплошных проверках на трезвость. Поссорился с приятелем и ночью поджег его машину. Полицейские вышли на след малмышского поджигателя, а помогли им в этом камеры видеонаблюдения. В России могут ввести отцовский капитал. В общественной палате страны вышли с таким предложением. Чем отцовский капитал будет отличаться от материнского и о какой сумме идет речь? Сезон озеленения в Кирове завершается, а вот обрезать деревья планируют до весны. На каких улицах появилась новая зелень и какая, расскажем. Гриппом не болеют, зато коронавирусом стали заражаться чаще. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью вирусными инфекциями в Кировской области. По данным ведомства, в целом болеть жители региона стали меньше. Показатель снизился на 7,84%. Большинство зараженных ОРВИ – это дети до 14 лет. По результатам лабораторного мониторинга в области отмечается циркуляция вирусов негриппозного происхождения. Продолжается подъем заболеваемости COVID-19. По итогам недели зарегистрировано 154 случая коронавируса. Чтобы не заболеть, специалисты советуют вакцинироваться, оставаться дома при появлении признаков болезни, а также соблюдать правила гигиены. Все силы на борьбу с гололедом. В администрации города рассказали, работа по очистке тротуаров усилена. В Кирове проходят рейды, специалисты теруправления ищут скользкие участки и сообщают об этом подрядчикам. Такие проверки уже прошли в Нововятском и Первомайском районах. Выявлены замечания на улицах тренера Пушкарева в Слободе Лосева, на Свободы, Милицейской и Казанской. Кроме того, содержание тротуаров контролируют специалисты дирекции благоустройства. Подрядчикам выданы 6 предписаний изо льда на пешеходных зонах. Такие участки были на улицах Лепсе, Сурикова и Некрасова. За сутки на тротуарах распределены 70 тонн галита и гранитной крошки. Обработка противогололедными материалами ведется круглосуточно, отметили в мэрии. Специалистами осуществляется осмотр и, прежде всего, подходы к социально значимым объектам – больницы, школы, детские сады. Все сотрудники территориальных управлений, даже когда идут домой, отмечают для себя моменты и направляют фотографии в наш общий чат содержания тротуаров. Дальше мы незамедлительно направляем информацию подрядным организациям, чтобы не было никакого промедления. Вода в домах кировчан может позеленеть. 7 ноября стартует первый этап проверки тепловых сетей на герметичность, сообщили в Т+. Воду добавят органический краситель «Уранин-А». Его зальют в сетевую воду, которую используют для отопления или подогрева горячей воды на центральных тепловых пунктах и в домах. Это позволяет выявить возможное повреждение труб. Если вода окрасилась в желто-зеленый цвет, это значит, что водоподогреватель в доме или оборудование на центральном тепловом пункте не герметичны. Если вода позеленела, нужно обратиться в свою управляющую компанию или сообщить в тепловую справочную службу Т+ в Кирове по телефону 744-901. Один человек погиб, 14 получили травмы в дорожных происшествиях на территории региона. В ГИБДД подвели итоги уходящей недели. Всего в Кировской области произошло 12 аварий. Инспекторы задержали 78 водителей, лишенных либо не имеющих прав, а также 27 человек, которые сели за руль в пьяном виде. В пятницу и выходные дни сотрудниками госавтоинспекции запланировано проведение сплошных проверок по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения в городе Кирове и Кировской области. Напоминаем о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей.
Облил машину соляркой и поджег ее. Все это попало в объектив камеры наружного наблюдения жилого дома. Полицейские раскрыли поджог автомобиля в Малмыже. Ночью 22 октября инспекторы ГИБДД патрулировали районный центр и заметили, что во дворе горят «Жигули». Стражи порядка успели потушить пламя. На месте происшествия лежала бутылка со следами дизельного топлива. Изучив запись камер видеонаблюдения, полицейские установили личность поджигателя. Им оказался местный житель 80-го года рождения. Он признался, что между ним и потерпевшим произошел конфликт. Он решил отомстить и поджег машину, облив ее соляркой. Возбуждено уголовное дело. За третьего ребенка 1 000 000 рублей в России предлагают ввести специальный отцовский или многодетный капитал. Его собираются выдавать за рождение или усыновление третьего ребенка. Деньги следует выдавать в дополнение к маткапиталу, говорится в докладе комиссии по демографии и защите семьи Общественной палаты России. Предложение будет направлено в правительство. Такая мера поддержки для семей нужна, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране, говорят эксперты. По их прогнозам, если к 2030 году обстановка с рождаемостью не изменится, от естественной убыли страна потеряет около 6 миллионов человек. Кстати, капитал для многодетных уже введен в одном из регионов. Такая мера, как субсидия в размере 450 тысяч рублей, которая предоставляется семье на списание ипотечного или жилищного кредита при рождении третьего или последующих детей. А с этого года в Приморском крае по инициативе дальневосточников реализуется уже инициатива 1 миллион за третьего, где еще к этому миллиону дается субсидия в 550 тысяч. В Кирове завершается сезонное озеленение. Как пояснили в дирекции благоустройства, работы будут продолжаться, пока держится положительная температура. На этой неделе высаживали клены гинала, пузыреплодник, спирею и аронию на улице Воровского в районе хлебозаводского проезда. Также высажены липы и яблони у Первомайского территориального управления и саженцы в сквере Трудовой славы взамен тех, которые не прижились и погибли. С начала недели специалисты приступили к активной обрезке деревьев. Работы проводились на улице Воровского на участке от Горького до Попова. Также в планах привести в порядок зеленое насаждение на Московской, Ленина, Лепсе, Роза Люксембург, Казанской и Красноармейской. Обрезка будет продолжаться до весны, отметили в мэрии. В Кирове обновляют подъездные пути к школам и детским садам. На некоторых участках ремонта не было никогда. Например, у детского сада номер 198. Здесь заасфальтировали основной проезд к центральному входу, площадку для стоянки транспорта, построили тротуар, установили бортовые камни и укрепили обочины щебнем. Работы проведены в рамках муниципальной программы по ремонту подъездных путей к социальным учреждениям. Помимо благоустройства дороги, в детском саду заменили окна и сделали косметический ремонт входа в здание. Кроме того, были убраны деревья, которые нависали над пешеходной частью, представляли опасность. В следующем году руководство дошкольного учреждения планирует дополнительно озеленить территорию вдоль нового тротуара. Многие-многие годы сюда не было нормального подъезда. Была страшная дорога, по которой без тротуара, по которой ходили родители с детьми, действительно подвергаясь опасности. Значит, в этом году, наконец, добились мы, что здесь асфальтировали полностью дорогу от улицы Пугачева до въезда на территорию детского сада. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. И пишите, присылайте видео, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды, а после программу «Объясняю популярно». В студии работала Надежда Шабалина. Всего доброго. До свидания.